А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Power Wash Simulator. И сегодня мы будем отмывать спутниковую антенну. Не знаю, что у меня там постоянно за прогресс теряется, хз. У меня там типа этот не отмыт. Как его, луноход? Который первый, но мы его, помните, отмывали. Я просто его как-то начинал, сбрасывал прогресс, но заново не мыл. Так, красное сопло, с чего начнем? Наверное, с этой будки. Блин, ни хрена она огромная. Офигеть. Ой, а что с насадкой? А так? Все равно слабенько. Что-то она больше, чем я думал. Ну ладно. Так, ну тут явно можно укоротить уже. Блин, проще вот так вот сделать. Не морочить себе голову. Так, одна стеночка есть. Кондерчик. Офигенно, я отмыл. Так, есть. Так, угол, блин, хотел сказать, угол большой или нет? Большой угол был. Что нифига толком не поотмывал. Готово. Так, основание, оно, наверное, общее здесь. Стеночка есть. Перекладина это тоже есть. Готово. Снизу. Да. Есть ручка отдельно. А, ручка отмыта. Петли. Петли не считаются. Блин, это всего лишь 3%. А на крышу нужно, да? Ага.
дистанция большая. Чтобы на крышу не залазить, просто насадку поменяем. Будем дубасить крышу. Удобно, черт возьми. Сейчас засчитают. И некуда деваться этой крыше. А, тут... Это бортик? Блин, тут бортик. Зараза. Долечу, долечу. С тарелки прыгнем на крышу. Заодно и посмотрим, что мы там увидим интересного. Куда я вообще лезу? Нет! Ёпта, слушайте, я могу не допрыгнуть. Чё он так хреново бегает? Кавабанга! Давай! Блин, нифига себе, это было близко. Так, поехали. А, стоило пару раз прыгнуть и было бы готово. Но нет. Так, давайте вот этот вот... Я не знаю, как это назвать. Типа отсек. Вход, короче. Сюда. Отхреначим сейчас от грязючки. И будет счастье. Че, близко слишком? Да, походу близко. Но вроде не близко, кажется. Смотришь, как отмывает, понимаешь, что капец как близко. С ручкой что не так? Ну ладно, сейчас отмоем ручку. Ручка какая-то особенная там, походу. Есть. Блин, нифига как плохо. С виду смотришь, вроде норм. По факту дерьмово, капец. Помыто все. Я могу тут? Отлично. Так, вот так вот. А зеленка возьмет? Зеленка берет. Ну и нормально. А что-то... А, это болт. Хорошо. Есть контакт. Так, вот здесь проходимся. Блин, а зеленка непривычна, мы слишком слабенькая. Нам надо мощнее. Так, снова краснюк. Длина, наверное, подходит. Дистанции уже не хватает. Надо было, наверное, сначала нижний уровень отмыть, потом уже за верхний браться. Но мы сразу все подряд решили. Блин, слишком близко стою. Так, давайте вырубим тогда. И будем чуть ближе подходить, чтобы было пошире. Все равно близко. Да ты издеваешься. Или оно плохо отмывается, или я слишком быстро ввожу.
Как-то непонятно. Плохо очень, очень плохо моется. Это еще хуже. А если ближе? Да вообще дерьмо. Как-то тут испоганили, походу, эту насадку. Оно тут не очень себя показывает. А это надо отмывать? Нет. Ну и хорошо. Да ты издеваешься. Блин, ну вот типа вот так вот не достает. Так типа слишком близко. Что с ней не так? Кто мне объяснит? Всегда нормально работала эта насадка, а сейчас какая-то хрень с ней происходит. Нормально вообще не хочет работать. Тут мало достает. Но прорези... А, нет, вон и появились. Хз. Не знаю почему. Но это не сильно приятно. Таким пользоваться. Ну да ладно. Да нет, дерьмо. Давайте тогда желтую. Подожди, так это ржавчина, походу. А, песок написано. Может, он работает как ржавчина здесь? Ну, видите, в некоторых местах прям норм, в некоторых очень хреново. Можно было бы, конечно, распылителем, но, как вы помните, я ими толком не пользуюсь. Засчитали. Так, а тут бортик, наверное, цвет. А, не, смотри, отмылся. Ну, почти отмылся. Нормально, тогда погнали в эту сторону. А верхушка тоже до стенки, да? Только она соединенная. А, нифига тут подъем какой. Ух ты. Блин, интересненько. Слушайте, я походу понял, наверное, под углом начинает хреново работать, хотя раньше всегда было нормально. Но такое ощущение, что именно под углом не хочет. Кстати, если серия затянется, будет, как обычно, разбита на пару серий. Потому что я не знаю, сколько я буду отмывать эту тарелку. Если в течение часа отмоем, то будет часовая. Процентов уже. Но так-то немало. Хотя мы сейчас в основном просто стены моем. И сверху там тоже, считай, как стена. Просто тарелка. Готово. Отлично.
Так, давайте тогда, наверное, сейчас с этой покончим. С этой стеночкой. Откуда тут надо начать? Отсюда, да? Да, такой насадкой это нифига неудобно, но я чтоб снизу мог подойти и посмотреть на все это дело. Ну вот как-то так. Чтобы снизу можно было адекватно все отмывать. Так, перила теперь мешают, зашибись. Дойдем до верхнего уровня, потом, я думаю, займусь перилами. Вот сейчас прям норм. Не знаю, дистанция, наверное, идеальная какая-то. Сейчас хорошо моет. И боком, и прямо. Просто великолепно. Ну что происходит здесь? Кто мне может объяснить? Есть. Фух. Так, ну тут, понятное дело, берем чуть длиннее. Дубасим вместе с этой... Край платформы Алиады. Есть. Дальше что? Думаю, скоро нам все засчитают. Наверное. Так, нижняя часть есть, это... А, это край, типа. Блин. Ну, придется оранжевым точно лупить. Насадку снимаем, берем оранжевый и погнали. Дубасить. Все вот это вот безобразие. Потому что из-за поручня нифига это неудобно. Потолок мешает, ясно. Это тоже считается отделка. Фиг знает. Сейчас посмотрим. Кстати, а тут-то ее засчитали? Нет, тут не засчитали. Так, тут есть. Это она же, да? Да. Чуть не пропустили.
Блин, здесь только грязюки. Думаю, сейчас засчитать должны уже. Есть. Теперь здесь. Отлично. Так, подъемчик надо еще лупануть. Блин, здесь столько ржавчины. Тут, я думаю, можно взять красную и лупасить на дистанцию. И нормально будет. А там уже добьем, что не будет хватать помойки по нашей. Блин, вот эта красная, конечно, шикарная. Если была такая красная только как зеленая, вообще было бы круто. Это она? Нет. Теперь вниз надо пройтись чуть-чуть. Чтобы с другой стороны этих поручней. Отлично. Так, что там я обещал? Ладно, давайте полы, а потом поручни. С насадкой? Без. Процентов не так уж и много, но работа пока что идет достаточно быстро, к моему удивлению. Готово. Здесь полосочку. Ну, потом то, что останется, подомываем все. Куда же без этого? Почти по половинке все. Конечно, грязюки валом, которые нужно будет еще домывать. Но в целом сойдет. Блин, кучу не отмываю. Мне кажется, тут песок вместе с ржавчиной какой-нибудь. Прям очень тяжело идет. Не, ну как, вот так посмотреть легко, конечно. Но за счет быстрых движений появляются вот эти вот пробелы, которых обычно у нас не бывает. Песок, въевшаяся грязь. Блин, по-любому ржавчина там есть еще. Или они все в одно слепили, и получилось вот это.
Так, у нас пол заканчивается. Сейчас придется по кругу ходить, домывать то, что мы не помыли нормально. Уже с нормальной насадкой. Хотя процент уменьшается достаточно активно. Ага. Внешний край уже все, отъехал. Так, ну этот ободочек есть, хорошо. Возьмем желтую, пройдемся вот по таким вот местам. То, что мы хреново помыли. Тут куча вот моментов таких. Сейчас нам засчитают все. Внутренняя есть. Так, теперь это. Сейчас возле поручней пройдемся, а потом, если что, другое найдем еще. Потому что, мне кажется, поручней нам хватит, чтобы засчитало. Или нет? Нет? Не хватает. Тогда мелочевочка вход. Есть. Шикарно. Так. Где у нас начинается поручень? Я обещал его помыть. Начнем с внутрянки. Слушайте, хорошо. Ой, не то нажал. Такой насадкой прям вообще отлично идет. Блин, мне кажется, тут нужно залезть на него и пройтись сверху. Чтобы потом снизу вот это все было попроще. Вот эта фигня полная получается. То мы сюда все равно потом не достанем нормально. Придется страдать. Супер. Так. Продолжаем дубасить внутрянку. Ой, наверх куда-то залез. Да ну, каждый отдельно. Зашибись. Ну хоть перила цельные здесь. И то хорошо. Thank you.
Готово. И здесь. Отлично. Теперь можно наконец-то прыгать вниз. И фигачить все остальное. Так, красная насадка. Я думаю, мне хватит ее длины. Длины. Ну, вы поняли. Так, этот есть, этот есть. Есть. Этот есть. Этот засчитали. Это есть. Это нет. Не хватает расстояния. Есть. Это нет. Да ты прикалываешься. Так, ну это если что запомнил. Вот это есть. Тоже есть. Пока что только одна стойка у нас не отработала. Блин, когда нам перила засчитают? Это тоже есть. Это нет. Тоже есть. Тоже есть. И это есть. Так, ну пока что только одна. Вторая. Третья. Так, насадочка. Три стоечки у нас. Ух ты, черт. Нифига. Прикольно. Все засчитали. Так, какая из них? Это? Нет, это? Готово. Что здесь не так? Это есть. Это тоже есть. Фух. Так, ну тут все готово теперь. Берем снова краснюк. И моем лестницу. Все в одном. Хорошо. Кстати, так удобно мыть вот эту вот штуковину. Панель приборной башни. Прям отмывается на ура с перил. Так, давайте в самый край сюда подойдем.
Так, есть. Кстати, лестницу. Забыл что-то пройти здесь. Отлично. Идем дальше. Где-то здесь. Решетка. Решетка отдельно. Блин, нам все нужно будет отмывать по отдельности. Только вот эти перегородки нормально отмываются. Стеночка готова. Так, а если мы отойдем сюда? Пройдем с этой стороны лесенку. О, отлично. Так, ну, насадку подлиннее, потому что нам все равно с этой стороны нужно будет мыть эту лестницу именно отсюда. Сейчас еще одна стеночка будет. Есть. Это же уже, по-моему, последняя, да, или нет? Готово. Лесенка не отмылась, но там, видимо, сверху еще нужно пройтись. Сами ступеньки. Есть. Так, вентиляция. Вентиляция есть. Так, вторая вентиляция. Есть. Ух ты, стеночку что-то эту я как-то
пропустил немножко. Готово. Слушайте, ну лесенку, наверное, прямо сейчас должны засчитать. Она прям веселая. А ступеньки, походу, грязные сверху. Я сейчас залазил, не видел особо грязи на них. Блин, ну тут нормально еще грязюки. Судя по статусу. А, снизу, наверное. Да. Вот она вся грязь наша. Теперь с этой стороны. Блин, а как мне с этой стороны подлезть? О, отлично. Так, лестница это есть. Теперь вот эта лестница. Это чисто или грязно? Это чисто. Ого. Тут грязючки хватает. Она общая? А, она общая. Теперь понятно. Блин, ну давайте тогда сразу все отмоем. Я думал, что их как две типа идет. Но видимо, что нет. Я уже подумал, что я ее мою, светится поднять, типа, можно. Так, как мне туда подлезть? Жесть, это очень неудобно. Но осталось вроде как немного. Можем то же самое сделать отсюда сверху. Но отсюда вроде смотришь, типа, ну прям огонь. Ничего такого нет страшного и криминального. А, вот тут уже видно. Есть. Лесенка готова. 53 долбаных процента. Ты смотри, отсюда вниз достает. А там красным... Да ты задолбал, а чё оно? А, понятно. Слишком сильно вправо беру, и он думает, что я в воздух луплю куда-то. Так. Ах ты, зараза. А, я не все прошел. Думаю, где я не домыл еще. Во, отлично. Ого. Ну, еще крутиться, вертеться может в разные стороны. Так, ну леса вполне удачные у нас, но мне кажется, мы их пока что юзать не будем. Так, насадку на красную. Дубасим на расстоянии от себя. Нет, хреновая идея. Ладно. А зеленка? О, зеленка норм. Потому что близко как раз. Сейчас хоть зеленкой попользуемся. Мы ее не пользовались, я не знаю уже сколько серий. Наверное, серий 20 не пользовались зеленкой. Хотя нет, тут всего миссий не так уж и много. Ну, короче, давно это было. Очень давно. Помню, мы ее постоянно использовали. Для нас это была любимая насадка. Или сопла. Сопла, да? Сопла. Мне кажется, дерьмово отмывает, конечно. Придется потом добивать еще желтой. Все то, что мы здесь не домыли. Разброс большой. Желтый как-то более качественно это все получится. Но тут зато такое, типа, знаете, чтобы отдыхать. Чисто поливаешь себе, ходишь, ни о чем не думаешь.
Так, нижняя есть. А здесь у нас... Да еще нормально, грязюки. Сейчас это пройдем, посмотрим. Засчитали. Шикарно. Хм, наверное, достает. Так, давайте вот эту вот фигню мыть как-то. Потому что... Ага. Тут нужна желтенькая насадочка. Потому что зеленая тут не справляется. Хотя желтая тут не супер справляется, но... Как минимум, это не зеленая насадка. Так, а леса примерно на нашей высоте находятся. Боюсь, что нам может не хватить их высоты для удобства. Хотя, может, они как раз. Не знаю. Сейчас посмотрим, если будет неудобно, возьмем их. Ого, а тут ничего так подсобрали. Так, теперь здесь. Моем просто все подряд. Но тарелку, я думаю, будет проще. Мы там возьмем красную насадку. Ой. Красное сопло, длинную насадку и погнал отмывать. Эту штуку синюю нужно будет еще сверху пройти как-то. Не знаю, как мы туда залезем. Но как-то нужно будет это сделать. А, нет. Думал с лестницы попробовать. Много еще мыть. Всего лишь 58%, а у нас уже, я не знаю, минут 45 или 50 мы играем. Так, у нас подшипник, привод, крепление.
Кстати, вот так вот было бы классно. Жаль, нельзя так. А, подожди, у нас же лестница для этого есть. Вот это тормоз. Блин, зашибись, взял, и сейчас я не могу ее бросить. Офигенно. Или нет лестницы? Я не знаю. Сам только что придумал. Нет, нет, походу. Что тогда придумал я? Так, ну, погнали. Отсюда. Так, насадка красная. Здесь дистанция, не знаю, пока что такая. Если что, уменьшим. По кругу сейчас будет геморрой у нас. На самый верх залазим. Но мне кажется, не достану. Ну, типа в теории. А, надо было с другой стороны подлазить. Короче, да, короче, мы без лесов. Не отмоем ее. Никак. Потому что нужно хреначить аж вон туда по краям. Но главное сейчас, наверное, мотор этот пройтись. С этим креплением, или как его называть, подшипники и так далее. Ну, чтобы окончательно забыть про них. И, пожалуй, надо вот так вот ее ставить для удобства. Так, напротив. То мы из-за этого нормально подойти не можем. Ну, то есть она впритык. Чуть-чуть выше, чем мы были. То есть вот тут даже попрыгать можно, чтобы достать. Даже не можно, а нужно. И непонятно, достаем мы там или не достаем. Неизвестно. Да уж. О, кстати. Мы же можем сделать вот так. И вот так. Теперь все достаем. Че, с другой стороны не сделал так? Не спрашивайте, я не знаю. Так, подшипник есть. Шикарно. Минус один подшипник. Но тут, я думаю, мы сейчас вот так вот поставим.